Если в экономике все время будет высокая инфляция, то неизбежно будут сохраняться и высокие процентные ставки. Это будет постепенно тормозить инвестиционный процесс. Поэтому главный способ поддержания низкой инфляции – это приведение спроса в соответствии с возможностями расширения предложения товаров и услуг. И если рост доходов высокий, прибыли компании тоже высокие, как это сейчас происходит, их вклад в рост спроса, он выше обычного, и тогда кредит должен расти более умеренными темпами, а сбережения быть выше, чем обычно. Именно эту задачу и решает высокая ставка. И вопреки распространенному мнению, жесткая денежно-кредитная политика сама по себе не душит экономический рост. В условиях, когда экономика находится в состоянии перегрева, дополнительный рост спроса, я уже тоже неоднократно об этом говорила, он не приводит к значительному росту выпуска, а выливается в гораздо более значительное ускорение инфляции.